Судоремонтный завод «Нерпа» в Снежногорске посетила делегация общественников, специализирующихся на ядерной и радиационной безопасности. Сейчас предприятие работает над утилизацией сразу трех потенциально опасных объектов. Прежде всего, это судно-заправщик атомфлота «Лепсе» и два ледокола «Арктика» и «Сибирь». Подробности далее. На пути технического тура, организованного по инициативе портала обеспечения ядерной и радиационной безопасности, судоремонтный завод в Снежногорске – пятая площадка. До этого представители общественных организаций побывали в первом в России пункте финальной изоляции радиоактивных отходов в Новоуральске. Посетили ангарский, электролизный и химический, и сибирский химический комбинаты, а также город Ульяновск. Хотелось бы, чтобы больше представителей общественных организаций знали и понимали тот объем работ, который выполняется на таких закрытых предприятиях, как наш судоремонтный завод «Нерпа». Чтобы был виден объем безопасности производства, чтобы были видны производственные мощности, которыми обладает завод, и теми технологиями, которыми он работает уже не один десяток лет. Первым объектом на предприятии «Нерпа», который увидела делегация, стало уникальное защитное укрытие. Сейчас здесь работают над самым сложным и ответственным этапом подготовки к выгрузке топлива из хранилищ плавтехбазы. Это самый опасный объект завода. Для снижения риска рабочие используют специальное оборудование – манипуляторы. Далее экскурсия направляется в «Веллинг» – цех, где собирается блок упаковка для оборудования, демонтированного с ледокола «Арктика». А в прошлом упаковку для радиоопасных реакторов делали для Сибири. Здесь внизу у нас расположена, изготавливается кессонная секция блок упаковки, которая предназначена для приема радиоактивного оборудования атомной энергетической установки. То есть в эту кессонную секцию в последующем будут загружены реакторы, выгруженные из ледокола «Арктика», его парогенераторы, и прочее оборудование паропроизводящей установки. Такие работы для «Нерпы» не в новинку. Утилизацию первого судна завод выполнил еще в 1994 году. В послужном списке предприятия более 80 выполненных заказов. Общественники уверены, что производительность «Нерпы» одна из самых высоких в России. При этом соблюдаются все нормы безопасности. Были продемонстрированы, конечно, высокотехнологические решения, которые позволят, вот еще раз хочу сказать, максимально качественно, в быстрый срок решить такие задачи, как упаковать вот эти блок упаковки, вывести реакторные тоже блоки на губу сайда, где размещаются длительные хранения, которые позволят хранить их 70 лет. А это, естественно, снижение рисков и безопасность для всех нас, для нашей страны. А дальше наверняка появятся новые передовые решения, которые позволят уже их окончательно утилизировать. За радиационной обстановкой эксперты и службы спасения следят круглосуточно, поэтому жителям зато не о чем беспокоиться. У нас стоит система автоматического контроля, которая замыкается на региональное управление МЧС Мурманской области. Поэтому все данные, которые оттуда поступают, они являются, будем говорить, фоновыми. То есть в некоторых случаях даже меньше, чем солнечная радиация. Поэтому контроль этот ведется. Существует Центр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, который ежедневно мониторит эту ситуацию. Датчики стоят не только на заводах, но и в городе, в городах во всех, в трех городах зато, и в населенном пункте Оленегуба. И мы постоянно мониторим, знаем и видим. Я могу вас заверить в том, что радиационный фон в норме. Сейчас утилизация ледоколов «Арктика» и «Сибирь» и плавтехбазы «Лепса» вышла на финальную стадию. В ближайшее время «Нерпа» начнет работу над новыми проектами. Один из значимых, но пока находящийся в разработке Еврокомиссии – это программа подъема и утилизации радиационно опасных объектов, затопленных в Северных морях. Участие завода уже обсуждалось на недавнем совещании в Берлине, посвященном совместным проектам по реабилитации Арктики.